Региональное управление службы исполнения наказаний в четверг подводило итоги работы за 2012 год. Тем, кто особо плодотворно сотрудничал с ведомством, в прошлом году вручили благодарственные письма, в том числе и средства массовой информации. Статистика УФСИН за прошлый год выглядит следующим образом. Осужденными совершено 8 преступлений. 137 попыток к преступлению удалось предотвратить. Один осужденный сбежал из второй исправительной колонии. В общих чертах 2012 год для УФСИН прошел удовлетворительно. Много критики по поводу медлительности реформирования, по поводу слишком жестких условий и так далее, и так далее, и так далее. Параллельно общество не устает говорить о слабой работе в целом правоохранительных органов, о необходимости защиты законопослушных граждан от различных подонков и тех, кому, как говорится, закон не писан. Но ведь именно уголовно-исполнительная система ограждает общество от подобных деструктивных элементов, и в этом смысле она защищает далеко не свои собственные, а общегосударственные интересы.